одно слово не люблю. Спросить бы у всех, а что такое детство? Каждый бы сказал что-то свое. А для меня детство – это мама с папой и конфеты. Все детство я хотела маму с папой и конфет. За всю войну ни одной конфеты, не то что не попробовал на вкус. Какая она! Даже не видела. Первую конфету я съела через несколько лет после войны. Через года 3, наверное. Я уже была большая девочка. 7 лет. Но никогда не понимала, что кому-то может не хотеться шоколадных конфет. Ну как это? Это невозможно. А маму с папой я не нашла. Даже фамилии своей настоящей не знаю. Подобрали меня в Москве на Северном вокзале. Как зовут? Спросили в детдоме. Мариночка. А фамилия? Фамилии не знаю. Записали Марина Северная. Хотелось все время есть, но еще больше хотелось, чтобы кто-то обнял, ты ласкал, а ласки было мало. Кругом война, у всех горе. Иду по улице, впереди мама, детей своих ведет. Одного возьмет на руки, пронесет, этого поставит, другого берет. Сели они на скамеечку, она посадила меньшего себе на колени. А я стояла, смотрела. Подхожу к ней, тетенька, возьмите меня на колени. Она удивилась. Тетенька, ну пожалуйста.